В Югре создали первую большую объединенную медицинскую зону. Накануне Сургутская станция скорой помощи подключила к своей системе Сургутский район и Когалым. Все эти диспетчерские объединили в рамках развития экстренной помощи пациентам и санитарной авиации. Теперь все вызовы по номерам 103 или 112 от жителей этих муниципалитетов будут поступать на пульт Сургутской станции. Специалисты будут определять бригады и место госпитализации человека. Такую же систему в скором времени введут в Нижневартовске, Артовском, Ханты-Мансийском, Нягонском и Нефтеюганском медокругах. Позволит осуществлять своевременную маршрутизацию пациентов с угрожающими жизни и состояниями. Это острые инфаркты миокарда, это инсульты с пациентами и также пациенты с тяжелыми сочетанными травмами, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий. Медицинская эвакуация, она будет осуществляться в более высокий уровень лечебного учреждения.